конкурсную часть открывает Андрей Маркус, Эстония, Нарва. Андрей у нас во второй раз принимает участие. Весной, в мае в конкурсе «Весенний изысканный шансон» он был удостоен приза «Выбор певицы Афины» и участвовал с нами в большом гала-концерте в КДЦ «Московский». И вот он вновь с вами, Андрей Маркус. Насколько я помню, Афина выделила его больше всех. Он ей понравился. Да, Андрей? Встречаем. Спасибо. Добрый вечер. Питер. Немножко лирики. И там же за печкой живут, сохнут сухие. Выходят на свет, если хочется пить. Баю, 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 баю.
Спасибо.